Приветствую вас. Тут один из наших бывших, ну, житель США сейчас, хотя действительно когда-то жил в Украине, высказал очень интересную мысль, причем неожиданно в жизни. Он сказал, что МВФ делает реформы в Украине для того, чтобы в Украине могли отдыхать и лечиться американские пенсионеры. Как вам мысли? А? Я уже да. А я действительно так подумал. По большому счету, ну да, а почему бы нет? Вот посудите сами. Ну, во-первых, понятное дело, что тот же американский пенсионер в США, ну, как бы дорого. А с его пенсией в Украине, ха, он же ж тут король, царь, великий, там, халиф. Вообще-то я даже знаю, что сейчас на сегодняшний момент из Америки ездят в Украину лечить зубы. Это точно. У меня есть знакомый стоматолог, который, основная клиентура, это действительно американцы, которые приезжают сюда. Потому что, ну, скажем так, аппаратура импортная, материалы импортные. По качеству, по технологии, мы, что называется, уже Америку обогнали. Да, действительно, у нас стоматология на уровне американской. А цены, говорит, в разы меньше, в разы. То есть, вот что делать? Он им снимает гостиницу, причем довольно дорогую. Ну, они платят больше, эти американцы, чем наши. Все равно их получают дешевле. И к нему ездит клиентура. Потому что в Америке, говорит, а вообще зубы-то как золотые. Вот так вот. Не знаю, сразу говорю, это мне рассказывали, что у нас, кажется, американцы и онкологии даже ездят лечить. Не уверен. Это мне просто рассказывали, не могу подтверждать. Но мне просто говорили, что да, у нас типа после Чернобыля опыт большой. И по некоторым заболеваниям мы как бы специалисты, и американцам выгодно приехать к нам. Даже месяц-другой полечиться, заплатить, ну, по нашим меркам, супер высокий тариф частной поликлиники, но это значительно дешевле, чем американский. Ну, наверное, да. Так что насчет лечения точно сработает. Насчет развлечений. Ну, наверное, вы видели такую рекламу, типа «Женихи США». Видите? Ну, наверное, догадываетесь, что это за женихи. Как правило, так понимаете, это уж как раз пенсионеры. Ну, и тоже несложно догадаться, что это за бизнес. Потому что, да, для американцев, скажем так, ну, завести дешевую украинскую девушку, дешевую, конечно, выгодно. Потому что в Америке там адвокаты, контракты, брачные, тут удобненько. Раз. Так что развлечения тоже работают. А может, действительно прав. Может, действительно будущее Украины, чтобы сюда приезжали американские пенсионеры, тратили деньги. Вот для этого МВФ реформы делают.